Всем привет, друзья мои, рад вас всех приветствовать на своем канале. Приятного аппетита, если кто-то кушает и смотрит это видео. Ну что, поехали. Сегодня у нас будет такая достаточно крупная распаковка энного количества посылочек из Китая. Давайте без лишних предисловий начнем все это дело распаковывать. Итак, первым сегодня у нас на повестке дня чехол на смартфон Infinix Hot 10 Lite. Вот эта часть у нас силикон, эта часть, ну я так понимаю, тут мега кожа с жопой китайского дракона. Ну, в теории должен еще и разноситься. Fashion case. И такая двойная прострочка. Прям Жигулини. Ну, вот такой вот чехольчик. Кому надо будет, оставлю ссылочку в описании. Поехали дальше. Вот это вот Хероборо заказывал опять-таки не я. Это будущий владелец вот этих вот чудо-наушников, которые, если кому интересно, вот тут вот ссылочку оставлю где-нибудь. Посмотрите. Ну, тут что наушники, что Bluetooth-адаптер к ним. Фирма мощная, настолько мощная, что им даже смелости не хватает написать, как она называется. Короче, типа поддержка 5.0 тут Bluetooth протокола, и плюс к этому еще и типа быстрая установка на винде на 10. У меня вот такой Bluetooth фирмы Orica работает, я не знаю, уже, наверное, полгода компу. Ну, здесь вот решили вот так вот. Я, как говорится, меня попросили, я заказал, вам показываю. Ну, протестирую все, как говорится, отзывы будут в закрепленном первом комментарии. Если кто не подписан, подписывайтесь. Там ВК, группа, Инстаграм. Так, теперь большая посылочка. Начнем вот с такой беленькой коробочки. Здесь в теории должна быть мышка. Доставили ее с помощью транспортной компании DPD очень быстро. В общем, скорость доставки не понравилась. Я не знаю, там дней 5, наверное, с Китая. И уже все здесь. Здесь у нас мышь от компании Razer. Вся такая трошки подмятая. Тут что-то сосканировать надо. Какие-то QR-коды. Ну, The Feather Razer Essential. Короче, тоже человечек с наушниками тут и с Bluetooth решил прибарахлиться, чтоб, как говорится, геймером быть по полной. Вот он решил, тут надо и мышку, и так, еще открыть это все дело красиво, чтобы не угандошить упаковку. Некрасиво будет давать человеку, когда тут все порвал. Шутузик, флаг британский. Ну-ка. Во. Пошла жара. Хрен знает, какая-то упаковка, ну вот. Козлячая до безумства. Мышка у нас идет с тканевой оплеткой. За эти деньги, вот честно, что он за нее там вбухал, за этот Razer. Блин, сказать, я бы какую-нибудь беспроводную нормальную бы мышь купил. Ну-ка. Ну вот моя мышка, которой я пользуюсь. Red Dragon какой-то, ну самый такой, китай-китайщина. Ну пожестче у нее, конечно, клики такие пожестче, здесь помягче все. Короче, на оригинальности мы ее проверим. И опять же, в первом закрепленном комментарии я вам скажу, оригинальная она, не оригинальная. Ну, если она оригинальная, соответственно, приложу ссылочку на продавца. Тут, и наклейка есть. Ну, все. Прям, я не знаю, плюс 50 к ловкости, к умениям геймерским. Вот это вот мышь даст сразу. Ее характеристики. Ее характеристики мне неизвестны. 6400 DPI. Ну, это прям на лету, наверное. Комарам причиндалы отстреливать. Прям вот без Razer это никак не делается. И вот дополнительно у нас коробчишка такая нехилых размеров. Она хрен в кадр влазит. Что, надо ее распаковать. Короче, это клавиатура.
вот с такими повреждениями она приехала. Ну, я хрен его знает, как вот они запаковывают. Они же прекрасно знают, что это едет там заявленное количество сотен, да даже тысяч километров. И запаковывают ее, ну просто, ну никак. Так, здесь у нас типа RU, Mix Color, переливающийся с красными свечами. Ну, типа они там игровые считаются. Зоя какая-то. Зоя. Ну, Зоя Ивановна делала, видимо. Зоя Ивановна знает толк клавиатур, тем более в игровых. О-о-о! Вот это кудой лепить-то. Когда все потрется, на Зое Ивановне сверху вот это налепить. Так, тут у нас... Сейчас все это дело извлекаем. Это для того, чтобы кейкапы снимать. Так. Ёбушки-воробушки. Угу. Ну, массивная, но видите. С одной стороны, вот у нее какие-то как типа ножки резиновые, со второй стороны, честно, что-то и вот. Разницу слышите? Ну, у меня клавиатура не механика, поэтому... Разница, конечно, по звуку есть. Так. Ну, не знаю, на подсъеме посмотрите тут, что там переливается к чему. Ну, откровенно вам скажу, что... Опять же, я вот... Не знаю, вот надо быть реальным киберспортсменом, чтобы, ну вот прям без механической клавиатуры там, не, вообще не представляю себе гейминга. Я не знаю, мы как мы играли там в бородатые, там, не знаю, 2000-е годы, когда у нас ни мышек не было там специально там игровых, ни клавиатуры там вот с этой, с ЛГБТ подсветками, вот с этими, со всеми, вот у нас с двух сторон, раз и два. Как мы там в Quake играли, там ума не приложу. Тут без этого всего как-то обходились. Тут же все. Обойтись маловероятно. Made in China, 5 вольт, 350 миллиампер. Короче говоря, вот такие вещицы у нас из Китая поприехали. Ну, я вообще не вижу смысла. По-моему, Razer это, знаете, это чисто вот переоцененная. Сильно причем переоцененная техника, которая по факту-то ничего такого сверхособенного, особенно в бюджетном сегменте, не дает. Проводную мышь. Я не знаю, я вот Afatech. Была у меня мышь. Да она у всех была, там что-то 4 она называла, что это такое. С грузиками вот эта мышка. Ну, вот напишите, я модельку точно не помню. Ну, была не мышь, а песня. Стоила там, не знаю, ну, 500-600 рублей. И все мы с ней прекрасно. Так она еще и под руку вся была сделана. Вот эта мышь, я хрен его знает. Она, ну, в моем понимании, не знаю. Здесь вот уже дотягиваться... То есть одновременно, я фиг его знает, уже тянуться надо вот к дальней кнопке. Все, две дополнительных клавиши. Ну, 6400 DPI, конечно, это не попки муравьям обкусывать. Здесь и... Ну, я фиг его знает. ЛГБТ подсветки не имеется. Не имеется. Ну, все, вот тут будет, наверное, подсветки, это максимум. А как без ЛГБТ подсветки можно сказать, что это игровая машина? Никак. Ладно, все, завязываем, а то будет длинное слишком видео. Вы один хрен больше 5 минут не смотрите. Поэтому все ссылочки будут в описании. Все.
все проходим, смотрим. Все, наверное, на сегодня. Пока-пока.